кошатница. Люблю котов и кошек. Привет, мы на канале у Лизы. Сегодня у нас новое видео с котятами. Соколку снял кошек. А сегодня котята решили Лизуньке все бантики ободрать. Ой, компотно. Понравились им косички Лизунькины. А, кусают. Ау. Компот. Ай, такой милый. Ля-ля-ля-ля-ля. Блин. Кот же котой. Компот с бантиком. Вот так. Ау. Кто меня кусает? Коробейка. Огромные. Нравится, когда царапают. Они так потихоньку. Так, как массаж. Да, так аккуратно царапаются. Знают, что больно будет. Да. Они у нас воспитанные котики и кошечка. Ты кошек. Как-то или пип. И одна пип, кошечка. Пип. Пип-пип-пип-пип. Коржик. Слишком большой мячик, да, коржик? Слишком большой и тяжелый. А давайте я вам сейчас новую игрушку принесу. Будем открывать? Да. Лиза, открывай глаза. Это же... Покажи сюда. Что это? Слизень. Нет, это не слизень. Гусеница. Это гусеница. Тут написано, это личинка мухаона бабочки. Лошениль де мухаон. Она на батарейках и, наверное, бегает. На, вот ножнички. Сейчас мы ее батарейки вставим, и котята будут за ней бегать, если не испугаются. Вытаскивай там вот это прям. О, даже вон инструкция. Тут батарейки есть. Ого, 9 штук. Запасные, наверное. Еще пульт. Интересно, ей можно управлять? Ну-ка, иди посмотри, что там. Новенькое что-то. О! Вот это что-то для вас интересное будет. Ух ты! Свободно. Пульт открыла. У нее и ножки есть, и колесики. Во лбу один глаз. Лампочка, что ли? Это, наверное, датчик какой-то. Чтобы с пульта ловить сигнал. Залег. Давайте пробовать гусеницу. Мы уже вставили... Сейчас ставили батарейки. Уже вот здесь нужно включить. Загорелся синий фонарик. Пульт. Покажи пульт. Он вот так раздвигается. Ой! Ой! Она может? Ну, управляй назад. Тут нет. А, так. Ну-ка. Коржик заинтересовался. Скажи, что за зверь? Что такое? Карамелька испугалась. Компот такой. Что-то странное. Один коржик самый смелый. Карамелька боится. Да компота, ну-ка подъедь к компоту. Вперед все время нажим. Ой, компот боится. Коржик, да ты у нас самый смелый.
А карамелька, как самая девочка, спряталась. Так можно на день розыгрыша разыграть. Да. Давай к карамельке ее под этой, чтобы она подползла к карамельке. Карамелька трусишка. А кожик, смотри, какая молодец. Ему понравилась гусеница. Компот вообще не понял, что произошло, что за зверь, что делать с ним. Карамельке интересно, но страшно. Хочется посмотреть, и страшно. Как не добыча? Ой. Очень даже толстенькая добыча. Подожди, подожди, ты ее не трогай. Пусть она вот так походит пока рядышком, посмотрит. Сейчас она, если захочет. Нет, она не хочет, да, коржик? Скажи, я хочу. Сейчас. Иди, вон гусеница твоя жила. Иди, погрызи ее опять за хвост. А теперь долгожданный конкурс на приветы. Узнаем, кто же на этой неделе стал счастливчиком. Лизунька, заноси. У нас в этот раз 37 участников. Всех участников мы распечатали, вырезали, положили в капсулы. Сейчас мы, Лизунька, построит линию по краю нашего матраса. А котята будет играть и случайно или специально ронять капсулы. А мы будем читать победителей. Запускаем наших котят. Давай, Лизунька, еще гусеницу. Я не хочу ты ее вперед все время. Гусеница. Гусеница не должна сбивать капсулы, только котята. Давай. О, опа, первый есть, второй, третий. Ура! Коржик определил трех победителей. Давай. Первый победитель Анастасия Егорова. А вот ее рисунок. Второй победитель. Настёна Сластёна. Третий победитель. Настя Серпионова. Ой, у нас победители одни Насти. Три Насти. Девчонки, вам большой-большой привет. Спасибо вам за ваши красивые рисунки и всем остальным участникам тоже спасибо. Ждем ваших новых рисунков в нашей группе ВКонтакте. Ставь лайк, подписывайся на мой канал. Пока-пока.